Сегодня расскажу о нашем хлебе. Ага. Здесь у нас получается два вида хлеба. Есть бездрожжевой, ага. есть дрожжевой. Вот три вот этих вида хлеба – это бездрожжевая закваска, ага. на бактериях, которую мы готовим, закладываем, ждем около суток. Она созревает, потом добавляем хлеб и запекаем. То есть она кислотного состава. То есть когда вы кушаете этот хлеб, слегка в конце есть кислинка. Uh-huh. За счет этого как бы этот хлеб никогда не плесневеет. И срок его хранения больше 70 дней. Ну, три вида. Хазарская лепешка, uh-huh. это деревенский, вот как uh-huh. он прям максимально похож, как будто с деревни. Да, да. И вот этот. У нас бородинский. Потом три дрожжевых мы используем. Вот здесь два осталось. Да. Мы делаем кукурузный, с добавлением кукурузный. Ага. Потом серый с семечками. Маша. Еще есть у нас луковый хлеб. А, луковый я попробовал. Да, очень вкусный. Три вида хлеба. Там соль есть, чувствуется прям соль. Ага. Молодцы. А также мы делаем безглютеновый хлеб. Для ага. тех, кто вот прям на ПП сидят и mm-hmm. любят хлеб, для них тоже есть хлеб. А вот эти злаки, семь злаков там еще вот тоже обычно как вот бородинский, только еще с наличием злаков. Ну, в не пробовали. Из них разные добавляют. А, есть вот, все-таки, допустим, да? Здесь семена, здесь они чуть разные, но мы стараемся, чтобы не пересекался ингредиент, чтобы они все были. Понял. Машалла. Это все сами вы делаете, да? Сами. Здесь свои пекарни у вас. Все, вот оно. И закваски, и все прям. Прям все здесь, вон даже видео можете поставить, вон там созревает. Ага. Вот они его закладку делают в холодильник. При определенной температуре созревает хлеб сутки. Вот видите, он тут холодильник. Вот идем, покажу просто. Ну-ка, пойдемте, братья. Субханаллах. Это мы в Киргизстане, в Бишкеке. Все намешано, закваску не делаю. Uh-huh. Она сутки стоит, вот градус, uh-huh. 6 градусов. Uh-huh. После чего вытаскивают, раз в эту печь. С печи, раз и здесь остывает. Она остывает, должна остывать где-то 4 часа. Uh-huh. Потому что в процессе остывания она доготавливается. Внутри проходит дальше свой процесс. А после вы его часов просто можно... вот так держите, вот послушайте. Да? А, хрустит прям. Хрустящий. Это деревенский. Ой, хрустящий, настоящий. Вот он, получается. Луковый. Кукурузный, uh-huh. вот тоже луковые, вот. Uh-huh. Их по семечкам можно определить. Uh-huh. Вот... Машалла, луковый, кукурузный, все.